19:58, 31 марта 2021 год. Студия позитивного мышления и актерского мастерства. Татьяна Салмановна и Мактум Сайфутин. Ох, я какая красотка. Ох, такая фея, такая просто звезда. Ну что, будем подключаться? Выключила я мои страницы и ВКонтакте, и Фейсбука, что будем подключать. Вот такие вот дела. Ну так, я выключила мою страницу ВКонтакте, Фейсбука, мой компьютер, телефон и легла спать. А перед этим я приняла душ, в моей ванной комнате и застелила чистым мою постель, чистым бельем. Ну, также постирала до этого белье с моей эксклюзивной кровати, оно уже практически высохло. Так что... И поспала. Во сколько я легла? Около 6 утра. Где-то без 15:06 я легла спать. И проснулась около 6:00, ну, где-то 5:30 вечера. Так что позвонила Василию Валерьяновичу, поговорила с ним по телефону. Потом еще решила, думаю, еще нужно немножко отдохнуть, подумать. Ох, ну да, это богема. Ах, это богема. Она встает к вечеру. Ах, это школа очарования. Ах, эти оргазмические потоки. Сейчас немножечко у меня такая там это уборочка. Занялась немножко такой уборочкой. Здесь, смотрите, белье у меня сушится, мое постельное. Смотрите, немножко новые дизайны. Буфетик. Протирал. Думаю, ну нужно протереть буфет. Мой буфетик нужно протереть. Так что вот, я из буфета достала мои запасы, которые здесь купила в магазинчике. Ну, практически все, да. Это все я купила в магазинчике Семишагов за мои наличные деньги. Вот. Теперь нужно будет там буфетик немножко протереть. Там еще что у меня? Сахарный песок, соль. А, еще там гречка, да, еще гречневая крупа. Ну, чтобы протереть буфет, нужно, думаю, так еще пейзажи сделаю. Такие коллажи, пейзажи. Так что вот. Здесь немножко протерла эту такую штучку, и вот это, и стол протерла чистенькой. А, видите, знаете, я такие покупала эти одноразовые полотенца. Так что вот, протерла, положила это на чистый стол. Ох, такая оргазмическая. Звезда. Ну да. Скажите там в Голливуде, что Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуддин, новая суперзвезда. Thank you.
ты вот? Это мой life journal. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудит. Это мой российский действующий паспорт. Номер 4018-190-16. Выдан ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу Ленинградской области 07.08.2018 года. Код подразделения 780-041. Зарегистрировано в этой самой квартире комендантский 32.192 с 1990 года по настоящее время. Так что вот, квартиру мою продаю за 5.800.000 рублей. Мой эллинг в Петергофе, я без мебели, без агентов. Мой эллинг в Петергофе, я продаю спинку прямо. Тен Салмана, спинку прямо. Все-таки, в общем, это. Тен Салмана хочет быть этой великой актрисой в Голливуде за большие гонорары. Вот. А мой эллинг в Петергофе я продаю за 8 миллионов рублей. Без мебели, без агентов. Я даже не поняла, я загружала вчера мои видео на мой, так скажем, канал Ютуба 25 числа, 25 января 2019 года звонили поклонники, поздравляли меня с Татьяниным днем. Я это видео буквально на 2 с лишним минутки загрузила на мой канал Ютуба, и мой канал Ютуба снял это видео в связи с тем, что это... как они написали, порнография или какой-то сексуальный подтекст. Я это видео выложила на моей странице ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис Мактум Сайфудин через дефис. Вы можете посмотреть. Я вообще даже не поняла, что они там увидели в этом, в моем видео, что там такого сексуального. Там просто мужчина позвонил, поздравил меня с 25 января. Они сняли это видео с моего канала Ютуба. Я была так удивлена. Еще написали. Вы можете написать апелляцию. Ох, ну да, вы можете апеллировать это видео. Так что вот, вместо апелляции я это видео выложила на моей странице ВКонтакте, чтобы они посмотрели, что это обычное видео. Мне позвонили, поздравили меня с 25 января. Там ничего такого, и ничего они даже такого и не говорили. Просто мы вас поздравляем, мы смотрим ваши видео, нам они очень нравятся. Так что вот. Ну, в магазинчик я вчера не ходила, в магазинчик, хотя мне еще нужно купить картошечки. А, ну да, картошечка у меня. Картошечка там килограмма 3-2. Около 3 килограмм картошечки, где-то 1,5 килограмма моркови. Вот, сколько у меня здесь? А, в холодильнике у меня. А, вы хотите, чтобы я вам показала? А, супчик, а что вы пропустили? А, я вчера супчик варила на мой такой поздний ужин, как в Париже. Я вчера себе варила щи. Да. Я почистила картошечку, почистила морковочку, почистила лучок. Помыла и картошечку, и морковочку, порезала все это мелко, поставила, помыла кастрюльку, поставила на мою плиту холодную водичку, положила чечевицу. Чечевицу при этом я тоже помыла. Сварила чечевицу, положила овощи, сварила супчик и пол кастрюльки уже покушала вчера эротически. Так что вот. Ну, на второе я кушала макарошки соевым мясом. Так что вот. Сейчас вам покажу мой холодильничек. Здесь у меня капустка. Смотрите, яблочки. Свежие яблочки. Ну как же без яблочек? Свежие яблочки, капуста, картошечка, сетка картошечки и... Под сеткой с картошечкой там морковочка. Вот
Вот такие вот дела. Здесь у меня лучок, обратите внимание. Здесь у меня лучок, также который я покупала в магазинчике Семишагов, репчатый лучок. Так что вот. Сейчас я закрою. Сейчас буду открывать мой этот канал. А выключу большой свет. Ох, это как красотка. Это платится. Ох, я покупала в магазинчике там Wildberries. По-моему, это Wildberries, да. Ох, этот пояс Афродиты. Ах, этот Диасалман. Ах, этот Рати. Больше эротичка. Ах, это нужно больше эротичка. Немножко больше эротичка. Мы с вами прочитаем новости или новости к позитивчику не очень относятся. Ну что, нужно посмотреть, будем мы читать новости или не будем мы читать новости. Значит так. А, богатые живут подозрительно долго. Это одна из новостей Яндекса, и показывают английскую королеву. Ну да, я же вам могу сейчас показать. В Италии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России. Путин допустил национализацию невыполняющих гособоронзаказ компаний. Имейте в виду, что если вы не выполняете гособоронзаказ, так что вот, вашу компанию могут национализировать. Навальный объявил голодовку. Около 1000 москвичей заболели коронавирусом после вакцинации. Ох, это вообще охуеть. Ну да. Что там еще? Матвиенко раскритиковала песню «Мини-джи». Чего там? В общем, Матвиенко раскритиковала какую-то песню. На смартфонах Samsung появилась ФСБ. Рассекретили письмо Дзержинского о слежке за Сталином и историю ОСНАЗа. Так, уже письмо рассекретили, ну мы будем иметь в виду, мы ознакомимся. МИД пообещал ответить на санкции Австрии. Так что вот, а я вам здесь зачитываю, у меня с Яндекс. Вот я открываю, у меня обычно Яндекс. И здесь, смотрите, богатые живут подозрительно долго. Сейчас нужно будет в мою страницу ВКонтакте войти. Сейчас посмотрим. А, смотрите, восстановить страницу. Я ее удалила, мою страницу. Сейчас будем восстанавливать. Восстановить страницу. Вот, все, страница восстановлена. Страница восстановлена. Тут есть какой-то это такой вот этот вот. А, стучек посмотрел. А, вот это вот запись. Это ВКонтакте не сняли эту запись? Вот это вот запись. Это видеозапись. Вот это вот. Мне YouTube написал, что это или обнаженная натура, или материал сексуального характера. Ну, хорошо, смотрим. Смотрим это видео. Алло. Алло, да.
Вот Ярослав смотрит мой канал, звонит, хорошего желает. Да, смотрите, очень такое позитивное видео. Почему его YouTube снял с просмотра, непонятно. Кстати, Ярослав, вы знаете, что сказала Просперусенька? Да, на кровати, когда я, знаете, вот я ее там, тогда она, знаете, она такая в обнимку с моей этой штучкой, с косметикой лежала. Знаете, Просперусенька сказала, что они хотят быть красивыми. Так что вот, имейте это в виду. Это 18 минут позитива со мной, с Татьяной Салмановной, Мактум Сайфуди. 48 лет, рост 1,75 м, брендирую себя, делаю из моего имени мировой бренд.